Научная библиотека на один день превратилась в концертный зал. 14 мая перед жителями Владикавказа выступил оркестр национальных осетинских инструментов под руководством Олега Ходова. Изюминкой мероприятия стало использование старинных национальных инструментов «Далафандер» и «Клишенфандер». Ну, эту идею я еще давно, когда еще учился в колледже культуры, вынашивал, чтобы создать оркестр национальных инструментов. Но с течением обстоятельств, конечно, как говорится, кто идет предан своей цели, он всегда-всегда добивается своего. В основном наш акцент идет, конечно, на национальную нашу музыку, фольклор, потому что оркестр национальных инструментов и плюс еще наши композиторы. У нас все есть для того, чтобы эта культура была не забвением, просто нужно творчески подходить и надеяться, что оно все-таки нужно. Среди множества композиций были исполнены пьесы Феликса Алборова, Булата Газданова, а также мелодии на танцы Хонга и Жилга Кафт. В этом году оркестр празднует свое 5-летие. Сабина Алборова, Ацамат Шипшев, Осетия ТВ.